«Умный ребенок» представляет. Хо-хо-хо-хо-хо, ну и погодка нынче. То ли дождь, то ли снег, непонятно. На улицу совсем не хочется. И дома так скучно сидеть, играть не с кем. Ох, ребята, а что вы делаете в такую погоду? Эй, Розочка, привет! Ну чего ты разгрустилась-ся? Пойдем прыгать положим на улицу. Нет, очень уж противная погода на улице. Хорошая, хорошая, пошли. Нет, Пеппа, я, пожалуй, дома погрущусь, посижу. Нет, грустить мы не будем, жди меня тут. Смотри, я тебе сюрприз принесла. Мы его откроем, и тебе станет сразу весело. Вот увидишь. Ты любишь сюрпризы? Давай его открывать. Люблю, конечно, давай. Ой, какой оранжевый! Смотрим, что внутри. А внутри миленький-миленький олененок из новогодней коллекции. Смотрите, какой он хорошенький! Ой, какой милашка! И точно стало как-то веселее сразу. Да, олененок очень хороший. Нужно его погладить и обнять. Ой, спасибо тебе, Пеппа, что подняла мне настроение. Действительно, как-то стало повеселее. Ой, Розочка, ты же моя подруга. Для тебя все что угодно, обращайся. И олененок просто чудо.